Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Престарт. Я Николай. Что ж, давно мы не играли в RDR 2. Надо это исправить, и сейчас вот мы поиграем. Идем на задание к Микабеллу. Так, он, значит, где-то в этой заброшечке, наверное, тусуется где-то. Моя нога, господи боже, чья-то нога. Так, господи, кто-нибудь, я... А, блин, ну, я откликнусь на зов. Видимо, какой-то охотник укодилщик свой. Что-то далеко. А, о, дружище, тебе вообще плохо, да? Я не чувствую ногу, вытащи меня из капкана. Ну, что, обезвредить? Все в порядке. Похоже, вам нужна помощь. О, прошу, помогите мне, у меня кровь идет. Спаси. Ну, давай обезвредим, чего уж тут. Чего ж тут и не это не сделать. Открыть ловушку, давай. Чё, повезло, боже, получилось. Эх, чувак, я хочу очки, как у тебя. Блин, они у тебя клёвые. Мне надо чем-то перевязать ногу. Да, дружище, походу, твоей ноге кранты. Я думал, это конец. Хочешь, я тебе прострелю башку? Вот это будет конец. Бери награду из моих вещей, все, что захочешь. Да что это твои вещи? Вот, это, по крайней мере, избавит вас от боли. Да, я все равно не пью эту шнягу. О, да. Спасибо, глык. Красавчик. Экспресс-патроны. Да что шняга, не, блин. Я после этих игр... Ага. Обыскать сильную сумку. Нет, ну охотнику я помог, я же честный преступник. Поэтому, ну что, я охотнику не так хреново. Я ему еще сейчас сидельную сумку его порыщу все. Ах, блин, хорошо, что не слетели. Так, эх, блядь, вот у него в натуре коняка нормальная. А у меня беговая. Опа, а что они тут тусуются вдвоем? Так. Вот он, старый чехоточный Морган. За тобой никто не шел. Не понял. Утехи Ван Хорна. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Не совсем. Я больше ни в чем не уверен. Я не знаю, куда бы ты ни пошел, там оказываются законники. Ах ты, собака сутулая. Ты думаешь, мы всех пулили? Ах ты, скотина. Дается мне, что ты там и Пинкертон, ну и наоборот. Ага. Так что лучше следи за своим чертовым языком, приятель. Не то... Не горячись, ковбой, а то еще подорвешься здоровье такими темпами. Мика, заткнись нахуй, он сам начал. Дач хочет, чтобы мы придумали, как отвлечь внимание ищеек. Нужна взрывчатка, чтобы подорвать мост. Ох, начнется сейчас опять какая-то заваруха, блять, постоянно, как чумика, так это все. Не думаю, что дальше сильно заботят, что тебе кажется. Это я знаю, надо еще раз одурачить их напоследок. Потом мы еще двинем в Blackwater, заберем деньги и поможем всем уехать. У него корабль наготове, с Blackwater ничего не выйдет, все знают это. Даже такой алчный болван, как ты. Это решение дачи, Артур. А ты всего лишь хороший стрелок, как и все мы. Нет, ты говно стрелок. Вот только ты прихворнул. Я в порядке, тогда ты сделаешь то, что дача просит. То есть ограбишь дилижанс, который едет из Анненсберга, в котором полно взрывчатки. Ограбить дилижанс. Мы только и делаем, что грабим дилижансы, ты да я. На этот раз без меня, вы вдвоем. А, мне надо кое-что продумать. Ах ты, еще и это... С тем и слез. Придется так. Идем, Артур. Кстати, пастушок. Не напрягайся. Тебе не помешало бы отдохнуть. Ах ты, скотина, блядь. Них... Да ёшкин кот. Ладно, поехали. Следуйте за Биллом к месту засады. Что ж, пойдем, Билл, удачи, парни. Да пошел ты нафиг со своей удачей. Мика сказал, что мы нашли, кто приедет в Ванхорн. Эй, гусени. Джон тебе приказывает? Мне приказывает дача, как и раньше. Чё, блядь? Эй, погоди-ка, там агенты Пинкертона. Ёп. Думаю, все чисто, уходим. Да охренеть, они только за поворот съеблись, а ты уже говоришь, что чисто?
Эти двое совсем с катушек съезжают, ага. Ты слышал, что Дач убил Корнелла? Так надо было. Надо прямо сейчас, Пинкертон, нам затылок дышит. Знаешь, я начинаю думать, что ты совсем размяк, Морган. Хорошо, давай подождем здесь. В смысле здесь? Че, посреди дороги, что ли? Повозка будет ехать с той стороны из Аннсберга. А остановить ее мы сможем только вдвоем, иначе ничего не выйдет. Я вот подумал, что ты изобразишь покойника. А я разберусь с ними. Не. Как стрелок я лучше тебя, а ты? Ты гораздо лучше меня как актер. Нет, ты изобразишь мертвого, а я тебя прикрою. Я понял. Я понял. Кажется, это они едут. А ничего, что там типы стоят, а вы прям вот тут средь бела дня хотите это облаву устроить? Заметьте позиции. Так. О, винтовка Каркана. Что за винтовочка? Интересная какая-то. О, тут чье-то это. Обжитый. Дождитесь, пока Билл не нападет. Опаньки. Глава 2. Водила. Вот так, ага, еще. Пинкертон напоследок. Ага. Ох как. Че, чуть-чуть. Не в смысле? И в смысле? Провал, бил. А, его раздавило, я понял. Немножко рановато, так сказать, фальстарт произошел. Займите позицию. Подожди, мне вот не чисто ради интереса. Каркана, винтовка, ага. Ага, обычные скоростные экспресс-патроны. Вот это нормальная тема. Так, уход за оружием, что мы можем? Что, еще что ли? О, все нормально, перевернуть, почистить, все нормально, оно, она чистая. Так, блин, да я все, почему-то это, в других играх обычно нажимаешь, и он бежит, а здесь, блин, дождитесь, пока Билл не нападет. О, ну теперь хотя бы светло, уже получше. Где там этот, блядь, Билл? Ебте, актеришка, блядь, хуяк в говнину, в грязину. Типа, прочь, иди, давай, слышь. Эрик, оттащи его быстрее. А, Эрик. Оттащи эту свиноту. Ну и место, ну и люди. Скорее, идиот, скорее. Ладно, давай. Блинч. Так, надо водилу, надо... Водила. Конник. Конник 2. Садитесь в фургон, все. Неплохо так, блин, но вот этот зоркий глаз, белки в глаз, там еноту по яйцам, блядь, вещь вообще охуенная. Садитесь в фургон. Да подожди, добежать, блядь, надо, я с Dark Souls уже с этим. Эй, блядь, не раздави меня нахуй. Ну и чё? А, да, надо убираться отсюда. Да, я вижу, что надо. Ладно, посмотрим, на получается ли у нас доехать до лагеря и не взорваться по дороге. Хорошо стреляешь. Хорошо прикидываешься пьяным. Идеальная для меня роль. Пьянчушка. Я потом пропустил стаканчик. Всегда что-нибудь да случается, правда? Да. А, черт. Ёлки-палки. Блин. А можно как-нибудь, ну, не смотреть прицел? Да ёлки-палки. Давай-ка, наверное, я вот со своей. Блин, пороховница прям, блинч. Блядь. О, если выпадет динамит, это будет вообще финиталя комедия, блядь, мимо. Куда ты палишь, блядь, мы на бочке с динамитом едем. О, нам уже подстрелили, проклятие, сзади еще. Сзади или спереди? А,
Так, что-то какая-то шняга, мне прям вообще не нравится. На, с лошади. На. А оттуда надо по лошадям бить. На, прям в ногу. Ух. Ничего себе, не повезло чуваку. Что-то за нами, как обычно, гора трупов. Живым или мертвым в розыске. Ай, красота. Ух, паники. Куда стрелять, я вообще не понимаю. Ну, куда-то я стрельнул. На, прям в голову. Хедшот. Ладно, я больше никого не вижу. Бил, так. Ох, это было опасно. Да офигенно, это было опасно. Это, блин, дилижанс с динамитом. Знаете, у меня был рожден, чтобы водить повозки с динамитом. Да. Заменить кучера. Убили кучу народу, чтобы украсть динамит и взорвать мост. Ты видишь, что там какой-нибудь смысл? Это отвлекающий манёк выбор. Он не должен иметь смысл. Ну да, да. Должен для нас, это наш план. Знаешь, мне надоело это нытьё. Бля, оно всем надоело. Но это дач, это дач. А чё, ты ничего не сделаешь? Эй, я ж сказал поменять кучера. Ага. А, все, мы поменяли просто, я понял. Ну да, я что-то затупил. Я ж думал, мы же в GTA-шке там, он раз и пересел на другое сиденье, а тут же можно просто по воде. Воу-воу-воу-воу-воу, легче, легче, лошадки. Не... Ёшкин. А... Лошадки. Ить, одинаково. Главное его не встрясти хорошенечко. Ну-ка, посмотрим. Ну, мне чисто просто ради интереса. Смотри, там Мика, ага. Здорово. Ага. Ну что, они у вас? Нет, блядь. Да, они у нас. В чем дело, Артур? Ни в чем, босс. Джон, отгони фургон к мосту Бахус. И спрячь там. Фургон спрячь, говорит, в кустах. Ну а чё нет? Иди вперед, мне нужно поговорить с Артуром. Отличная работа, сынок. Слышь, сынок, что происходит? Послушай, мы с тобой не всегда ладили. Я тебя раздражаю, ты мне не доверяешь. А я люблю нарочно тебя бесить, но прямо сейчас мне нужно, чтобы ты постарался. Хорошо, Мика, как скажешь. Артур, я не такой мерзавец, как... Да, конечно, а кто ж ты еще? Но выживать я умею. Держись меня, и тогда не пропадешь. Да, мост — это работа для двоих. Так что иди, помоги Марстону. А почему не ты? Я же сказал. Нам с дачи нужно кое-что обдумать. Про поезд. Вообще, картина помасштабнее, Артур. Поверь мне. Они что, хотят поезд под откос пустить, что ли? Утехи Ван Хорна. Задание выполнено. Ну, как обычно, бронзы. Я как бы на больше уже не рассчитываю. Бейте 5 солдат, выполните меткостью не менее 85%. Ой, лошадка подскочила ко мне. Лошадка! Так. Так, ну посмотрим сейчас, что мы будем думать. Куда мы поскачем в этот раз? Так, здесь у нас Леопольд Штраус. А, и это опять долги выбивать? Нет, не хочу. Ёлки-палки, а чё ж так далеко-то везде ехать? Так, ну, это такого. Падающий дождь. Археология для начинающих, отлично. Туда мы и поскочим, только... Поскочу я, а у вас будет такая... Я бы сказал, это хреновая склеечка, но назову это магией монтажа, поэтому... На счёт три. Раз, два, три. Оп, ну вот мы уже почти и приехали. Быстро, не правда ли? Ну, скакал я где-то, ну не знаю, минут, может, 10. Проходил по горам, и, кстати, горы это не просто, ага, вон там гора, прикольно. Нет, там можно везде облазить, походить, и они довольно-таки очень детализированные. А, вот и поселение индейцев. Эй, чувак, последи за моим конем, да? Молотый кофе, взять кофе. Не, не хочу я брать кофе. Так, ну, оружие применять тут тоже нельзя, бегать, конечно же, тоже нельзя. Поэтому все максимально медленно и пешком. О, какие фигвамы. Нормально. Это, видимо, вождя. Ну да, вождя. Палатка. Фигвам это, а не палатка. Здравствуйте. Заходите, падающий дождь.
И вот тут они живут. Ох, вас тут дымновато, вы плохо выглядите. Да, я. Археология для начинающих, кажется, я умираю. Тогда я надеюсь, что вы обретете покой. Я ничего не знаю про покой. Очевидно. Вы интересно провели время с моим сыном, безудержным принцем. Вы, кажется, строили налет вместе с ним. Не жаль. Вероятно, я не настолько величествен, как настоящие короли. Я мало знаком с королями. Полковник Фейерворс уже отчасти отомстил за этот налет. Его люди напали на двух женщин. Мне очень жаль. Да, и надо правильный путь, путь храбреца. Не очевиден, но заключается в том, чтобы делать добро. Я сильно разочаровал своего сына. Ваш сын, похоже, хочет войны. Мой сын считает, что смерть приносит славу. Возможно, он прав. Однако я так часто видел, как глупцы бездумно обрекали других на славную смерть, что она никогда не казалась мне победой. Славу ты обретаешь, когда служишь людям. Эх, у него даже зрачки вон красные. Может, да, может и нет, не знаю. Я многих убил. По разным дурацким причинам. Я никогда не считал это славным делом. Ваш друг мистер Вандерлинде говорит многое. Я не знаю его, но мой сын легко поддается влиянию. Не уверен, что понимаю, о чем вы. Может, съездим в одно место? Я старик. Всю жизнь я старался добиться мира. Но мне сейчас не особенно хорошо. Тогда, возможно, вы посочувствуете мне. Прошу вас, это не займет много времени. А, может быть, вам помогу облегчить кашель, сэр. Это ты кто? Я рад, что догнал вас, сэр. Капитан Монро. Вы знакомы с моим другом мистером Морганом? Никак нет, сэр, не доводилось. Артур Морган. Это честь для меня, сэр. Чем могу помочь, капитан? Я только что из Сен-Дени. Говорил с мэром. Боюсь, что у меня плохие новости. Я могу ненадолго оставить вам компанию? Конечно. Следуйте за мной. Куда мы направляемся? Я покажу вам место высоко в горах, которое я считаю священным. Ну, пойдем глянем. Место высоко в горах. Место для раздумий. И для исцеления. Так что за новость, капитан Монро. Итак, сэр. Как я уже упомянул, я обстоятельно поговорил с мэром из бюро по делам индейцев Сен-Дени. Но, к сожалению, нефтедобывающая компания уже получила разрешение на бурение скважин на территории резервации. Я так предполагал. А что теперь с нами будет? Пока не могу сказать. Насколько я понял, в ближайшие месяцы они не планируют ничего делать. Мне очень жаль, сэр. Я старался как мог. Я знаю, капитан. Да, и заверяю вас, я буду впредь делать все, что в моих силах. Мистер Морган, у вас не найдется времени мне помочь. Я предпочел, чтобы определенные меры были предприняты кем-то не из племени. Че, поможем? А да, конечно, поможем. Конечно, я могу помочь. Рад слышать, спасибо. Так, наверное, я буду ждать вас в резервации. Приходите, когда сможете. Простите за прямолинейность, что нам нужно многое сделать. О, я еще и буду работать на армии. Что ж, джентльмены, не буду больше отнимать ваше время. До скорой встречи. Ух, нифига себе. Приятного путешествия. Нам в эту сторону, я хочу нарвать кое-каких трав для вас. Че, я еще и на армию буду работать? Не, ну здорово, а че нет? Ну, блин, отказываться от лишнего заданица. Ну, можно же сделать. Как бы хочется все тут заданица. Именно такие выполнить, потому что... Но выбивать долги это не то. Вот, видите волков, которые пожирают ту лошадь? Нас окружает жесткость и красота, жестокость. Но часто мы ничего не видим, кроме собственных обид. Философствует. Вот это я пытаюсь сейчас толковать сыну. Не, он хочет войны, ни хрена не получится. Ты, а ну пошли отсюда. Хорошо, не надо было причинять им вред. Можно было просто их шваркнуть. Мы можем поговорить, мистер Морган, но если не хотите, не будем. А, можно чуточку побыстрее втопиться?
Можете просто наслаждаться видом, если вам нужно подумать. Парящий орел. Мы не очень хорошо знакомы, но... Я бы хотел бы поговорить о вашем сыне. Ну и чё? Падающий дождь. Я с ним никогда бы не пошли красть лошадей. И... Ну... Вы знаете, что дать за человек? Немного, по большей части, от вашего друга Чарльза. Я не знаю, почему дальше решил ввязаться в ваши дела, и... Мне неловко это говорить, извините, прервемся на секунду, это подождет. Некоторые травы, которые мне нужны, растут здесь. Опа, тут чей-то лагерь, да? Так, ага, что-то... Да нет, это не палатка, это... Кожу делают, ага, вот они травы эти. Травушки-муравушки. Потом скажет, не ходить скопытиться. Вот что я искал, тысячелистник. Че, из-за одного листочка, что ли? Что ж, продолжим путь. Я не знаю, почему дальше решил ввязаться в ваши дела. Мне нелегко это говорить. Но я не уверен, что он действует в интересах вашего сына. Так что же нам делать? Честно говоря, не знаю. Ну просто мы с Чарльзом решили, что нужно вас предупредить. Может, еще нужно что-то предпринять, чтобы ситуация совсем не вышла из-под контроля. Спасибо, мистер Морган. Мне нужно будет это обдумать. Знаете, у меня тоже был сын. Да, ну нафиг, что, серьезно, много лет назад. Бля, я не знал. Я не часто о нем говорю. Как его звали? Айзек. Его мать Элиза была официанткой. Когда она забеременела, ты уже знала, кто я такой и чем я живу. Я не хотел давать обещаний, которых не смогу сдержать. Но я сказал, что не брошу их. Каждые несколько месяцев я навещал их на пару дней. Он был послушным ребенком. Да, она, по сути, была ребенком. Всего 19. Стой, подожди здесь, я хочу нарвать женьшеня. Эй, слышь, ну я тебе рассказываю историю, поговорим об этом чуть позже. Я, блин, ему сейчас душу излагаю, он мне со своим женьшенем. Главное, чтобы он в капкан никакой не угодить здесь. Блин, ну вид... Хорошее сочетание. Блин, ну вид, конечно, открывается на мир игры просто бомбический, величественный, блин. Вот это да, здорово. О, все, порвали, да и все, пошли дальше. Подождите, я положу их к вам в сидельную сумку. Зачем? Опа, ничего себе, он быстрый, флеш. Смешайте это. Вкус у них мерзкий, но они придадут вам сил. Поехали дальше, тут уже недалеко. Так что, что случилось? Однажды я приехал туда. А рядом с домом два креста, и я сразу все понял. Блин, грустно. Оказалось, на ферму наведались какие-то подонки. Ограбили их. И застрелили. Скоты. Ради жалких 10 долларов. Эта боль, она меня закалила. Да, теперь я знаю, нельзя вести дурную жизнь и надеяться на счастливый исход. Вы слишком строги к себе. Может быть. Мне остается лишь пытаться поступить по совести. Че? А это тип Монро, откуда вы его знаете? Блин, бомбические виды. Капитан Монро прикомандовали к нам из полка на севере. Судя по всему, новость о вашем конфликте дошла до самого Вашингтона. Он хороший человек, он хочет помочь. И на том спасибо, ага. Не все военные плохие люди, как не все мои родичи хорошие. Но этот полковник Файерворс, человек консервативный.
Несговорчивый, Монро он ненавидит. Остается надеяться, что сообща мы найдем выход из положения. Ну, чё еще поговорить? Там что-то было про болезнь. А что, про болезнь ничего? Ну, понятно, что туберкулез-то. А, Б. Мы почти на месте. Что случилось? Нет, нет. А, да-да-да, я ж тут прямо и скакал до этого. Фиг вам, сожгли-то и что-то все порубили. А я думаю, что и на лошадь упала. Нет. Они уничтожили все. Нет, мне нужно найти Чанушпу. Кто? Кто мог это сделать? Тот, кто хотел вас разозлить. Пожалуйста, помогите мне смотреться. Чанушпа пропала, смотрите. Конечно, что это? Ритуальная трубка, наверное, мы сможем выяснить, что здесь произошло. Чанушпа. Ритуальная трубка, ага. Неизвестные животные. Посмотреть, бутылка, ага. Бутылка виски. Виски, эти ублюдки устроили тут настоящую попойку. Это обитель покоя. Что тут где еще? А, вон там что-то есть, вижу. Вижу цели дукней. Ага, тут что-то тоже валяется какая-то. Фляжка. Они все разорили, говорит. А я думал, что за хрень долчая, на лошадь упала, скакал мимо. Я нашел виски. Я не вижу этому конца. Самогон взять. Окей, муншайн никогда не повредит. Здесь еще есть. Что там есть? Ничего там нет. Пустая бутылка из-под виски. Если они это выпили, то могли... не могли далеко уйти. Ага, Чанушпа пока идет, что не видно. Раз и положил, зачем? Бах! Чувак, ты че? А так, надо еще, да, искать? А, вон тут еще много, да, мест, куда надо заглянуть. Так, где? Ага, вот здесь. А смотрите, еще одна фляжка. Армейская фляжка. Смотрите, дым. Че, армия, что ли, эти? Армейцы, что ли, тут нахуй вертили? Где дым-то? А, вижу дым, дым, в натуре дым. У вас есть бинокль? Конечно. Изменить увеличение. А, вот они где, эти бравые люди. Подчиненные полковника Фейворса. Наверное, именно это они и сделали. Вас удивляет, что это произошло? Конечно, нет, но я надеялся, что все это уже в прошлом. Не, нифига не в прошлом. Вон они, бухие, в стельку. У нас земля, которая им нужна, земля, где есть нефть. Они согнали нас сюда, забрали все, что было. Да, так и было по истории. Я сам подписывал 3 договора, каждый он из них нарушил. А сейчас лишили нас последней надежды. Теперь мой народ потребует начать войну. Можно убрать, да? Войну, которую мы проиграем. А если я ее верну, то нет. Вернете? Я зайду туда, заберу вашу чанашку, и никто ничего не узнает. Зашибись. Вы это сделаете? Но вы же не можете, они поймут, зачем вы пришли. Хм. Ну, типа, да, иди, у меня нет денег. Мне ваши деньги не нужны. Пожалуйста, выясните у них ли наши святыни, но постарайтесь никому не причинять вреда. Я попробую сделать так, чтобы они даже не узнали, что я был там, но... Иногда не все идет по плану, это точно. Ну,
Доберитесь до лагеря, блин. А, можно присвистнуть. Так, ну что ж, пойдем. Пойдем-ка посмотрим. Блин, я ж подзывал коняку. Давай, 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 шуруй сюда. Скакать, хуй знает сколько. Уич, с разбегу. Я, кстати, там был, да. Пробегал мимо как раз таки вот этого лагеря. И, так, а тут свернуть тоже, да, можно свернуть, хорошо. Так. Вот такие хуяцы незаметные. Так, а где они там все шраебятся? Они все вдрызг пьяные. Ищите в лагере священные предметы. Солдат, чую. Ух ты ж, ёперный театр. А он тут ходит. Ладно, мы пойдем вот этим путем. Говорят, старик Фейрвамс пытался его сплавить. А по-моему, он вполне неплохой малый. И именно в этом-то все и дело. И где Монро учился в Вестпойнте? Фейрвамс туда так и не заедет. Что это? Ага, ну еще бы. Где все эти штуки-то? Дети, по-моему, это такая глупость. Ну да, да, кто хочет с ними воевать. Ебать, и где мне эту хуйню искать? Кому они вообще нужны? Хуй, тут ничего нету. На индийском. Что-то они там, короче, лопочут по своему. Опачки. Опачки. Вот он стоит. Да, ну, в Канаде есть индейцы? Да, есть, чуваки. Да еще и французы тоже есть. Яблоко у них аппетит. Опаньки. Ебать, это значит Франция рядом с Канадой. Да ты дебил. Персик, персик. Скорее всего, он на том столе вся эта штука лежит. Мне так кажется. Когда они уже улягутся спать, ебать? А ты-то сам откуда? Я поляк. Милуоки. Не, меня ты не слышал, чувак, меня ты не слышал. Кажется, что-то видел. Бесшумно убиваем, ага. Ибо нехуй. Что ты заметил? Кто здесь? Где ты? Я, блядь, невидимый. Так, ну, пришлось, да, все-таки одного убить, потому что, мне кажется, он бы нас бы спалил. Моментально. Так. Блин, и куда? Где вообще эта хренотень-то находится? Так, они там спят. Этот пиздит что-то. Показался, наверное, да? Показался, чувак. Что напугал лошадь? Да хуй его знаю, что напугал лошадь. Ох, щит, тави гоген. Ох, ебать, пальба нахуй понеслась. Кто, говорит, напугал лошадей, бля? Ох, ёб твою мать. Ты чё? Эх, ебать, а он сзади, да, смоляет по мне? Я ж достал два. А, ну все нормально. Ну, не получилось у меня бесшумно, конечно. Ну да. Бесшумно нихуя не получилось. Так, а где все это барахло теперь искать? Чапупы и священные предметы. Эх, да это мне пришлось бы прямо у них вот так из-под носа это выкрадывать. Да нет, какая дичь. Я стелся расчет тот, блядь. Вернитесь к падающему дождю. Сейчас скажете, ебать, ты что там натворил, нахуй? А ты такой, бля, я хуй знает, сам не в курсе, ребят. Они сами все попадали. Да я видел, что надо вернуться к падающему дождю.
Че, по 100 раз-то мне это опять показывать? Так, ну еще бы скатали. Ну, подумаешь, лагерь-то пострелили, да и вырезали. Ну, чё? Это же Артур Морган. Мы же делаем доброе дело, доброе. А вояки злые, тут злые. Ну, все. Блять, лошадка, можно чуточку прям вот это? Блять, он сейчас скажет, нахуй ты их. Да, ну скажи, что вы ее нашли. Вот, я, вот он, кажется, это ваше. Да. Спасибо, мне очень жаль. Даже святыни. Это все-таки просто вещи. А вот народ, сердце. Вот что главное. Кто-нибудь пострадал? Да. Это дурное дело. Блин, ну а по-другому никак было. Зря я позволил вам это сделать. Ну, может, и тем самым мы предотвратили кровавую бойню. Эти вещи помогут мне успокоить мой народ. Боже, я успокою сына. Надеюсь. Спасибо. Возьмите эти травы. Пожалуйста. Самое главное. Я надеюсь, что вы сможете обрести внутренний покой. Что, ты сам что ли поскачешь, а я тут тусанусь? Да, все, они разбомбили, прям все подчистую, писец, пиздец. Писец, пиздец, пиздец, писец. Так, слишком много. Давно я счел его слабым и жалким человеком. О, рыбка поперла. Теперь я вижу, что он мудр, осмотрительно благоразумен. Артур философствует. Я бы очень хотел ему помочь. Или хотя бы сделать так, чтобы Дач не толкал его сына на глупости. Оп, умылись из ручейка. Шею протерли и ништяк. Археология для начинающих. Задание выполнено. Ну-ка, посмотрим. Заберите реликвии, не будучи замеченным. За минуту 30. Офигеть, что, бежать, сломя голову, забрать и смотаться? Ну, это все. На золото, нафиг это надо. Прошли и прошли. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока!